Вот, друзья, еще два микроскопа у нас уходят ради от своего хозяина. Это микроскоп уже от KC 745 с большим широким столом. По сути, с релайфовскими они особо не отличаются, потому что обе увеличения зум всего 70 на 45 с ним достают. И 10 на 20 окуляры стоят сами. Показывают плюс-минус одинаково. Вот так вот. Плавный зум, так называемый, это шикарная вещь, друзья.